вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук шнурок, я выбираю свою длинный висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра, ведь я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но тут что-то не так, сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю тебе: привет, я не видел тебя 40 000 лет. И если ты не знаешь, чем вечер занять, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ведь ты же любишь буги-вуги. Ты 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 танцуешь буги-вуги каждый день. Танцуют одни, и если ты устала, то присядь, но ненадолго. Сиди мне на скамейке, право, не потом. Ух, это не рок-н-ролл, это зоопарк. Меня вообще не слышно тут. Как ты, Валера, хорошо не Старый литовец Кириллов. Заслуженный. Дважды заслуженный Сабонис. Это литовская народная песня. Днем одетом в кресле в своей каморке среди знакомых стен я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Эн? И кое
кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня, и у меня был рубль, и у него четыре. Ты же с этим мы купили три бутылки вина. Майк, твоя очередь. Очередь зачем? Неплохо было бы для полного счастья ведро вынести. Вот сейчас все брошу, пойду ведро выносить. Ну, приятно поговорить с воспитанным человеком. Шура, я даже сомневаюсь, была ли у тебя мать. Доносился бах, и каждый думал о своем, кто о 6 миллиардах, а кто всего лишь о 5 рублях. И кто-то, как всегда, нес мне чушь о тарелках, и кто-то, как всегда, проповедовал цен, а я молчал в углу и думал, с кем и где бы провела эту ночь, моя сладкая Энн. Не принимая участия в общем веселье, я забился в кресло и подтягивал ром. А люди приходили и опять уходили, и опять посылали гонцов-гастроном. И дамы были довольно любезны, и одна из них пыталась захватить меня в плен. А я молчал день днем и думал, кем и где-то провела эту ночь, моя сладкая Энн. Нужно поплакать, только кому-то в жилет.
И если хочешь, ты можешь тот жилет у меня. И нам всем так важно быть лучше других, умеет красить вещи сильнее других. И если хочешь, ты можешь быть лучше меня. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, 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 что же делать со мной? Думай, 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 своей головой. Мы можем быть с тобой, но мы не будем быть с тобой. Нам всем бывает нужно на место посмеяться. И если хочешь, ты можешь воспитать меня. Так наставь мне рога и пиши мне хвост. Вперед, детка, не взорви мой мозг. Но если хочешь, ты можешь сорвать меня. Чтобы жить, нам нужно жрать. По ночам нужно крепко спать. И если хочешь, ты можешь спать рядом со мной. И нам всем нужен кто-то, кто бы нас любил. Всем нужен кто-то, кто бы нас любил. И если хочешь, я полюблю тебя. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место со своей спиной. Думай, 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 что же делать со мной? Думай, 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 своей головой. Мы можем быть с тобой, но мы не будем петь с тобой. Скажите, пожалуйста, почему ваша группа называется «Зоопарк»? Вопрос к руководителю группы Майку Науменко. Это очень хорошее слово. Именно поэтому так и называется группа. Тогда скажите, пожалуйста. А тогда в ответ, почему у тебя фамилия Семенов? Это очень хорошая фамилия. Скажите, пожалуйста, то, что кино снимают, это вам нравится, интересно? Да. Да пусть часть снимают, чего уж там. Да. Скажите, пожалуйста, группу «Зоопарк» можно назвать социальной группой? Если да, то почему? Если нет, то почему? Я считаю, что скорее группу «Зоопарк» можно назвать асоциальной группой. Линтон группа. Почему-то москвичи ее любят больше всех. Эта песня называется «Блюз до Москвы». Не любишь, и мы не любим их. Ты едешь на метро, но а мы не из таких. Ага, мы берем мотор, хотя в кармане голяк. И выкидываем свой бассейн, мы пьем чужой коньяк. Я не люблю так, как у меня, ненавижу арбат. Еще водой наливай, и пора назад. Их нас никто не любит, и не сойдет по флэш. Не выставляют ни вы, ни готовы заплатить. Мы все поддерживаем, кайфом не сломают кругом. Такой любит в центре, один крутой оплом. Лицо умная гавка, здесь очень не бумаг. Еще водой наливай, и пора назад. Барашня столица, милый, но не для нас. Они не любят музыкантов. И тут сплошный рассказ, и не один матрик. Человек красивый, давай перевод. И не будь по укрытку, как я говорю. И спор по двух штанинам, глядит мой голый зад. И еще по одной наливай, и пора назад. Уважаемые радиослушатели,
Предлагаем вашему вниманию информацию о встрече лидера ленинградской рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко с президентом фан-клуба Элвиса Пресли Сидом Шоу, Англия. Майк, а тебя лично коснулись процессы перестройки, происходящие в вашей стране? Несомненно. Но этого в двух словах не расскажешь. Полный текст беседы будет опубликован в печати. Отвечайте на вопрос. Появляется ли у вас желание брать что-нибудь в магазине или в номере? Если появляется то, что именно где? Да, пустые стаканы, у меня их в доме мало. Верите ли вы в существование до и после смерти? Ну, скорее нет, чем да. Как вы относитесь к тезису, что конец света уже наступил? С некоторым недоверием. Как вы считаете, есть ли что-нибудь общее между проституцией, политикой и плюрализмом? По-моему, это вообще одно и то же. Но что там общего, я уж не знаю. Все эти слова, все эти три слова начинаются на одну букву. Владеете ли вы иностранными языками? Если владеете, то с какой целью? Владею, но совершенно без цели. Для первого раза вполне достаточно. Картина в целом ясна, а она типична. Подавленное настроение, депрессии, мысли о суициде, страх перед будущим. А причина этому, представьте себе, отсутствие идеала. Современное общество утратило веру, утратило высокие идеалы. Отсюда и индивидуализм, и эгоизм. Противопоставление своего неверно принимаемого «я» интересам большинства, интересам коллектива. А ведь человеку необходим идеал, необходима вера в социальный прогресс, в будущее, особенно, так сказать, молодому человеку, ищущему, так сказать, свой путь в жизни. И поверьте мне, идеалы наши, рожденные в боях, испытанные временем идеалы, еще послужат, а с ними придет и оптимизм, и бодрость, и уверенность. Так что будем жить надеждой, смелее, идите вперед к людям, в коллектив, и помните, отныне все будет хорошо. И будет еще лучше, а все ваши проблемы, заботы, они останутся здесь, с нами, за этой дверью. Итак, вперед и помните, сила, спокойствие, мудрость, коллектив, идеал. Просыпаешься с мыслью, а не последний ли это день? Ты чувствуешь себя так, будто у тебя на спине татуировка, мишени. И ты задаешь себе старый вопрос, ну и как будет дальше жить? И ты сам себе отвечаешь, все это глупости, их нужно забыть. Каждый день это меткий выстрел, это выстрел в спину, это выстрел в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицел створ. Знакомцы приносят тебе вино и млеб с тобой и ты веришь, все они хорошие люди, ведь иначе и не может быть. И они приходят, и они уходят, и прощание безмерно пылки. И в конечном итоге тебе остается лишь грязная посуда и пустые бутылки. И потом они говорят о тебе: о, мой лучший друг, я с ним пил. А ты не помнишь имена этих лучших друзей, они ушли, и ты их забыл. Они стреляют из
стреляют метко, стреляют в спину, стреляют в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел и выверен прицел в створ. Помнишь ли ты о том, как вы с ней танцевали в последний раз? Знал, что этот раз последний, и ты не мог оторвать от нее своих глаз. И группа играла громко, и в зале был приглушен свет. Ты пытался объяснить ей что-то, но она лишь улыбалась в ответ. Вы ушли, когда вечер подходил к концу, и ты помнишь, как сейчас. Ты сказал ей, отдай мне свою любовь. Она ответила тебе, Бог подаст. И это был самый меткий выстрел. Выстрел в лицо, выстрел в упор. Это было давно, прошло столько лет, но боль не прошла до сих пор. Каждый день это меткий выстрел. И выверен прицел створ. Вчера вечером на улице ты встретил ее. Еще не прошла луна, и в темноте ты не видел ее лицо. Но ты же знал, что это была она. Она танцевала на пустой мостовой, и оглянувшись, ты увидел, что вокруг нет людей. Она остановилась и, обняв, поцеловала того, кто был рядом с ней. Она стреляла не целясь, но метко. Выстрел в сердце, выстрел в упор. Тебе было больно и как-то неловко, и ты чувствовал себя словно вор. Каждый день это меткий выстрел и выверен прицел в створ. Ты боишься выходить из дома, ты начал бояться людей. Ты боишься знакомых и незнакомых учреждений и очередей. Лучшие друзья, любимые женщины, которых, как реки, не повернуть вспять, ужасные псы и кадомные люди. Все научились метко стрелять, тебя стреляют. Значит, не просто так тебя стреляют, значит, ты заслужил. Наверное, ты слишком опасен, мой друг. Не слишком ли долго ты жил? Одни стреляют, стоя, лёжа с колена. Из-за угла, но всегда в упор. Столько раз ты уже умирал, так почему же ты жив до сих пор? Каждый день это меткий выстрел и выверен прицел в створ. Но каждый раз приходит мать ночь, и вот когда ты ложишься спать, ты задаешь себе старый вопрос. Ну а будет ли завтра новый день опять? Ну, проходи, проходи. Да, проходи. Ну, что, как съездили? Нормально. Заработали хоть? Ну, так. Хватит, никто мелочен. Ну, давай, ДТФ. Давай. Слушай, мне нравится жизнь такая-то. Ну что, денег, ну, сам лишь не очень. Ну что так, маешься, мотаешься, ради чего? Ну, все, Михаил, нравится. Да понимаешь, мне просто нравится играть рок-н-ролл, это моя жизнь. Вот и все. Остальное меня очень мало интересует. Моя жизнь, музыка. Ну как, это все, музыка, а ну, в музыке это что, гол как сокол, так вот. Тебе плевать там на все, как что-то кушаешь, там что-то выпиваешь. Хочется тебя разбавлять, так это все, может быть, что-нибудь. Какой-нибудь квартиры. Вот есть вода, так. Она не стоит ни копейки, и разбавляют. Ну, нормально. Вот, например, так вечером, значит, собираешься. Ну, что, посидеть так, побухать с этой с водой, что-то, и все. И рок-н-ролл. Я не так часто бухаю, как тебе кажется. Да я тоже, в принципе, так. Серый туман и дождь. Светает. 6 утра. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать. А я возвращаюсь домой. Всю ночь веселились опять, и восприятие крайне обострено. Все любопытно, все не просто так. Я смотрю на себя, я смотрю вокруг, и в голове стоит сплошь.
сплошной бардак. О, город это забавное место. Он похож на цирк, он похож на зоопарк. Здесь свои шипы и свои цветы, свои Оскар Уайлды, свои Жанны Дарк. Здесь свои негодяи и свои герои. Здесь обычные люди, и их большинство. Я люблю их всех. Нет, ну скажем, почти всех. Но я хочу, чтобы всем им было хорошо. Знаешь, движение колонны регламентировано. Нет, я сомневаюсь. Нет. Знаешь, придется пройти до конца. Нет, это на вред. Подожди. Не надо. Пройдем тут, о чем ты говоришь? Пройдем до конца. Нет. Пойдем. Иди сюда. Я привел тебя в самую прогрессивную колонну. Все нормально. Серый туман и дождь. Света. 6 утра. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. Каждый день.